Ёлки-палки, Толя, ты думаешь о том же, о чем и я? Нет? Да ты-то вообще ни о чем не думаешь, я знаю. Мне кажется, Толянчик, это очкарик самый настоящий, потому что броню Супермена... Не понял? Толя? О, no! Подожди, ты броню Супермена взял? В смысле нет, Толя, она единственная тут была в шкафчике в этом. Толянчик, ты что, с ума сошел? Может, пропала? Куда она могла пропасть, ты мне скажи, пожалуйста. Ёлки-палки, короче, я не знаю, нам же нужно живыми их принести. О, сейф. Нас мистер Крабс убьет, нас убьют. Просто я не знаю, Толя, нам хана с тобой. Да я вижу, что сейф, и что там? Там ничего нет, Толя, хватит. Подожди, а табличка ты видел? Вы следующие. Толечка, в смысле мы следующие? Вот мы как вот этот черт будем, да, следующими? О, извините, мистер Очкарик, если вы меня слышите. В смысле мистер Очкарик, я хотел сказать. Оу, фак. А, я понял, как нас спасти. Давай, Толянчик, я очень внимательно тебя слушаю. Нам же нужно еще не только спастись, а еще и попасть в наш обычный мир, привычный. У нас же была рубрика моды, добавляются каждую секунду. Что с нами стало? Что стало с этой рубрикой? Магия лайков. А, точняк, мы же в другом были мире. Во-во. Подожди, Толя, а сколько лайков, думаешь, надо? Много? Дофига. Толя, ну мы не справимся, наверное. Хотя нет, у меня подписчики молодцы. Ну давай, тридцаточка, думаешь, будет нормально, Толянчик? 30 лайков? Не, 30 тысяч лайков. Ты дурак, что ли? Го. Ну все, 30 тысяч лайков, так по-любому осилим. Главное, чтобы эти лайки были только от подписчиков. Понимаешь, что ли? Это самые качественные лайки. А если вы вдруг не подписаны, надо сначала подписаться, а потом лайк поставить. Так что давай, подписывайтесь. Ой, Толь, а ты куда смотришь? Так давай сбежим обратно. Ну, хороший план, в принципе, давай. Только там, Толечка, кажется, лесенки не было. О! А чё за магия вне Хогвартса, Толя? Ты куда? Что ты делаешь? Зачем ты собираешь эти статуэтки, Толянчик? Золото берем с собой. Толя, ну зачем тебе золото? Мы, может быть, вообще тут не выживем, ты понимаешь? Ёлки-моталки. Короче, я выбираюсь догонять, Толя. Та-та-та-та-та-та. Надеюсь, что мы останемся живы. Надеюсь, там лайки нас спасут, комментарии, подписки и так далее. Я не понял, а как тут выбраться? Толя, давай, давай. Догоняй меня. Толь, у нас проблемы здесь дикие. Не мешайся, подожди. Ты мелкий, давай первый. Во, красава. Стоп, Толь. А чё тут, это, дверь открыта? Мы же закрывали все с тобой, ты понимаешь? А как ты его сейчас это ударил? Оля, мне чё-то кажется, что Крабс на самом деле за нами пошел. Так, погоди, он был в этой комнате. Давай аккуратненько будем следить, да, чтобы сюда он не поднялся. Тихо, по стелсу. Давай, Толянчик, как ты умеешь? Тьфу! Что ты делаешь? Нафиг он мне сдался? Ну, тоже верно. Толя, больше ничего, только не забирай. Все потихонечку, давай, пойдем по стелсику. Так, ты первый, давай, на разведку. Ты у нас все-таки спецназовец. Давай, аккуратненько. Давай, давай, жопа мелкая. Ну чё, как там? Да, Толь, а я и не думал, что от этого она может чесаться. Ой, тихо, 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 тихо. Сейчас мы потихоньку... И, Толь, иди сюда, на секунду. Он там сидит прям, ты посмотри на него, Толя, иди сюда. Я слился с местностью. Ну так-то да, Толя, похож, 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 типа игрушка. Подожди, слышишь? Деньги, 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 деньги. Деньги, 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 деньги. А, так он дрыхнет. Все, ок. Че, ок, Толь, ты проверил, он спит? Мне не показалось, да, не послышалось. Подожди, а как ты проверил, что ты вообще там делал? Та забей. Го. Толя, ребята, напишите мне в комментариях, что там такое Толик замутил. Мне кажется, что что-то опять позорно. Толя, знаешь, что я придумал? Мы, короче, шуметь сильно не будем. Толь, ну хватит, не надо смотреть на это пиво. Ты и так в прошлый раз чуть не при... Ну того, не прибухнул немножечко, понимаешь, Толя? Короче, слушай меня внимательно. Толя, сюда, лежать. В общем, план такой. Слушай, у него же по-любому есть документы, удостоверяющие личность, понимаешь? Права на машину, паспорт или что-нибудь еще. Ну? Так вот, давай возьмем его права и пойдем в банк. Там по-любасу его деньги лежат. А нам нужно что сделать? А зачем? Толя, ты глупый, что ли? Нам нужно бабки Планктону принести, только тогда мы домой попадем. Можно же просто стырить бабки. Так мы их не нашли с тобой, мы ничего не нашли. Очкарика не нашли. Или его. Кокнуть!
Толя, ищи права. Быстро встал. Права, давай, нужно найти. Так, аккуратненько, вроде еще дрыхнет. Все нормас. Сундук. Огонь, бинго! Так, документы Крабса. Это то, что нужно, лишь бы не подделка. А это что такое? Чамбургер на черный день. Чё? Он есть чамбургер? What the fuck, Толь? На, короче, чамбургер, это тебе. На счет три выбегаем. Готов? Раз, два. Толя, что делать? Зараза, мелкая, он просыпается. Деньги, а? Кто здесь? Беги, Толя! О, ты что наделал, мелкая жопа? Ну-ка, лежать. Нам с тобой нужно кое о чем поговорить, Толя. Не надо меня подставлять. Больше без таких выходок. Так, короче, нам нужно с тобой найти банк. Может, разделимся? А ты сам долго стоял? Я думал, ты уснул. Толь, давай ты в ту сторону, а я в ту. Согласен? Вообще нет, но гоу. Да ладно, Толь, пойдем вместе будем держаться. Ты же все-таки... Окей, ты уже определишься или нет, куда мы будем бежать. Все, короче, осталось дело за малым. Всего лишь деньги-то скоммуниздить. Погоди, а может мы тебя как-то в Крабса переоденем? Есть идеи? Ты задрал! Да что я тебе сделал, Толь? Ты всего лишь у меня как маленькая наживка или приманка. Как тебе удобнее? Из меня Крабс, как из тебя девочка. Согласен, не очень, Толя. А вот тут уже решай. Ну, так, Толя! Стоять! Короче, я пошел в ту сторону, ты хочешь догоняй, хочешь не догоняй. Мне не важно, понял? Стой! Да ты шо, прям как в мультике, Толянчик. Это прям мечта, кажется. Ладно, погнали побыстрее, пошуршали. Поем хот-кота. А чё за вайк, Толя? Это банк. По-английски, понимаешь, это английские буквы. А-а-а! Давай, по стелсу, Толянчик, понимаю. Это что такое? Ты кто? А, подожди, это, наверное, сотрудник. Ой, там кто-то есть. Тихо, не ссы. Ты же мужик, Толя, Красава, Толя. Я мужик. Мы знаем, Толя, вместе с подписчиками. Не описывайся, Толя, пожалуйста, только, ладно, в штанишке. Аккуратненько, давай с ним поговорим. Давай по-мужски с ним, Толя, ладно? Здравствуйте, я мужик. Добрый день, слушаю вас. Мы хотим грабануть. Толя, лежать! Ты что, дурак, что ли? Зачем полиция-то так? Ты что, серьезно? Тихо, молчи, я сам разберусь, понял? Решай сам. Все, окей, давай, сиди здесь. Что? Повторите. А, да мой малыш хотел сказать, что мы хотели бы попасть в нашу ячейку. Я Юджин Крабс. Правильно, Толь? ХЗ. Ладно, понятно, Толя. В общем... О, я вас только слышал. Да, у меня, видите, даже мой первый доллар в руке сохранился. Прям как все... Ну, все по-настоящему. Я правда он. Вы тут уважаемая персона. Спасибо. Слыхал, малыш? Я уважаемая персона здесь, в этом банке. Вы что-то хотели? Да, я же говорю, мне нужны бабки мистера Крабса. О, в смысле, мои бабки мне нужно в свою ячейку. Там лежат все мои деньги. Предоставьте документы. А, да вот, держите, пожалуйста, вот, это мои документы, водительские права, в общем, все дела, да, держите, в общем, получите, распишитесь. Проверка пройдена, проходите. Пройдена проверка, все супер. Заберите документы. А, да они мне больше не нужны. Все, валим, Толя, валим. Так, где здесь ячейки? Так, а мы будем украденные бабки отдавать планктону? Конечно, будем. Нам-то они на какой шиши нужны? Ты мне скажи, пожалуйста. Не понял. Ну, купить что-нибудь? Ты дебил, что ли, Толя? Нам нужно поскорее домой продолжать для подписчиков видосы по модам снимать. А мы тут в бикини-ботами шуршим. Так, я думаю, что нам сюда. Погоди, что здесь написано? Вход запрещен. Да, нам точно сюда. Ой, извините. Вы такой красавчик. Вам сюда нельзя. Как нельзя? Я же прошел проверку. Уйдите. А ему нельзя? Так-то согласен. По росту? Да так, нет, Толь, по всему. Ты как бы вообще нигде не проходишь, понимаешь? Толь, так заметно будет, как бы, ты понимаешь? Я сказал, уйдите. Ну ты и доигрался. Ты что сделал, Толя? Ты что сделал, Толян? Ты что? Ты нафига сотрудника банка вырубил? Быстро! Нет времени. Согласен. Так, где ячейки? Ячейки. Так, тут вроде кассы. Хочу сикать. Толя, да ты дурак, что ли? О, кажется, мы на верном пути. Все нормально. А это что такое? Это какие-то нанотехнологические камеры наблюдения? В какую дверь? Хм.
Я даже не знаю, Толя, в какую дверь. Наверное, в любую. Подожди, мы вроде на верном пути. Надо искать. Свободно. Иванчик, Рыбка, Васька, это не Топуни, Владимир. Чё это? О, Крабс. Толя. Хорошо, хорошо. Прям куда надо попали. Ну чё? Ого! Батюшки! Угу, Толь, слушай, мне кажется, нужно вынести все сейфы. Капец, тут много всего. А, это то, что нужно. Это то, что нужно. Собирай, Толя, Чё за... Толя? Оу, фак! Валим. Согласен, Толя. Валим. Берем последний сейф буквально. И пошуршали отсюда быстрее, Толя. Черт возьми, лишь бы не посадили. Лишь бы не посадили. Черт! Фух. Вроде выбежали. Где дом Планктона? Срочно! Давай, туда, 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 Толя, пошуршали! Фух, Толя, мы на месте. Осталось самое главное, самое последнее. Наконец-то этот день настал, что мы вернемся домой. В сборку с модами пошуршал. Я второй. Фух, где Планктон? Где он? Где он? Где он? Его нет. Сейчас найдем, Толя, сейчас найдем. У нас все при себе. Бабки, деньги, два ствола, ты понимаешь? Шкет! Че, где? Вон он. Опа! Здрасте, мистер Планктон, здрасте! Здорово! Мы все принесли вам! Бабки, деньги, два ствола! Вот реально, смотрите, краби-пушка даже есть! Принесли? Портал! О, господи, это для нас, да, это для нас? Сначала кэш! А, да не вопрос! Вот вам фейковый доллар, вот вам настоящий, вот еще настоящий, много-много-много настоящих! И крабсбургеры все принесли, забирайте! Еще! Да вот, держите, вот-вот-вот-вот-вот! Это все, что было! Блин, сори, нас накрыли на месте! Все, мы свободны. Все, валите. Да все, 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 Толянчик, давай, 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 давай в портал. Ура! Че, Толянчик, готов на счет три? Раз, два, три. Воу! Фу. Это же наш мир. Огромные деревья. Толя, мы спасены с тобой. Толя? Что? Почему портал сломан? О, нет, Толя, 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 только не это! Малой, погоди-ка! Я хочу к маме! В сборку! Фух! Малой, я чего сказал? Погоди! One, two, three! В смысле? Я же сказал, задержись на секундочку! Ты мне понравился! Fuck!